Всем привет, с вами GPX, а именно Jumbo Max. И в этом видео я поделюсь с вами мыслями по поводу того, почему же все думают, что PlayStation 4 лучше Xbox One. Хочу начать с того, что в разных пабликах до сих пор идет война по поводу того, какая консоль лучше. Война никак не прекращается, и большинство считает, что PlayStation 4 все же лучше. И в этом видео мы разберемся, почему же многие так думают. Давайте начнем. Почему же многие решили, что PlayStation 4 лучше Xbox One? Во-первых, из-за рекламы. ТВ-реклама, баннеры, YouTube, ВКонтакте, везде реклама PlayStation. Люди, далекие от понимания, для чего нужна реклама, думают, что крутят, то и лучше. И это, естественно, ошибка. И вообще, как по большему счету идет покупка PlayStation? Просто родители, смотря телевизор, натыкаются на рекламу консоли, вспоминают, что у их сына скоро праздник, и покупают ему игровую приставку. Чаще попадается PlayStation, потому что ее рекламируют. Если же это подросток или более взрослый человек, перейдем к следующему пункту. Мнение критиков. Айтипети, Логвина, Фостерс и тому подобные персонажи очень известны и имеют большую базу фанатов, которые очень сильно прислушаются к их мнению. Айтипети твердит, что у Xbox One нет эксклюзивов, у Фостерса то Xbox говно, то PlayStation, но это их личное мнение, поэтому я против ничего не имею. Но прикол в том, что их подписчики воспринимают их мнение как свое и используют такие же аргументы в пользу той или иной консоли, даже не попробовав на личном опыте. Следующий пункт – показатели продаж. Этот пункт является очень важным для ответа на вопрос, почему же PlayStation лучше Xbox One. Дело в том, что многие юные комментаторы могут с легкостью сказать, какая консоль лучше, взглянув всего лишь на статистику продаж. Что лучше продается, то и лучше! Они даже не понимают, как сильно влияет маркетинг на продажи, количество реклам, позиционирование и так далее. Еще самый важный пункт, по которому все думают, что PlayStation 4 лучше Xbox One, это приевшиеся термины, а именно эксклюзивы. Все привыкли, что эксклюзив — это игра, которая доступна только на одну платформу. Если эксклюзив доступен на ПК, значит эксклюзив слит. Так же, как и Horn. А на любой плюс, типа удобный геймпад, у Xbox есть обратная совместимость, вам ответят. Зато на PlayStation есть эксклюзивы, а на Horn нет. Они даже и не думают, что в те игры, которые доступны на Xbox и Windows 10, им не поиграть. Для этих игр придется купить хороший компьютер или Xbox One. При помощи данного видео я хочу подвести вас к мысли о том, что бессмысленно спорить о том, какая консоль лучше. Играйте на том, на чем вам больше всего нравится, и получайте от этого удовольствие. Если тебе понравилось видео, то поставь лайк, подпишись на канал, а также на нашу группу ВКонтакте, ссылка в описании. Также не забывай оставлять комментарии под видео, чтобы попасть в следующий ролик. Спасибо за просмотр, до новых встреч!